Добрый день. Снова разборы. Вот и очередная партия с командного чемпионата России. Матч двух из трех сильнейших сборных. Ну, соответственно, ни для кого не секрет, то, что сборная Татарстана, сборная Москвы и сборная Санкт-Петербурга намного сильнее, чем остальные сборные, как минимум по среднему рейтингу, да и по результатам. Сборную Татарстана что-то вообще никто не может обыграть. В финальной части уже давным-давно, уже, наверное, лет 5. До этого они серьезно к этому делу не подходили просто. Вот мое дело, почему, прежде всего, Илья, Саша, вот в этом году и Света решил подключиться. Но сборная Петербурга усилилась она Гришей последние пару лет. Как всегда, силен Сурин. Вот, лет 6 назад, ну 5, наверное, Василий Андренко присоединился, поэтому тоже грозные оппоненты. Вот, и, соответственно, партия как раз-таки между тем самым Гришей и той самой Светой Шикшиной. Вот партия первой доски. Мне, кстати, со Светой играть примерно 2 мая, плюс-минус пару дней. Она, наверное, захочет перенести. Вот, Гриш уже играл и выиграл. Вот, ну, посмотрим, как со Светой получится. Пока что посмотрим на их игру. Мою будем разбирать через пару недель. Вот, соответственно, Гриша играет черными, Света белыми. Вообще, по ощущениям, конечно, у Света Фусеки помощнее. По крайней мере, сколько я Фусеки не смотрел, хорошо она сейчас с Китая играет. Вот, но сейчас ей, возможно, не повезло с Нигири. Вот, играет она белым цветом. Вот, и поэтому всю свою базу, которую она успела наработать за свою долгую карьеру, вот, не может реализовать. Все же белыми вариация Фусеки, она как-то поскромнее, разумеется. Вот, но Гриша опять делает странный ход. Недавно мы его уже смотрели. В одном из предыдущих разборов, в лайф-ревью было, живой разбор партии Гриши, как раз против Сурина, по-моему. Или против Саши, не помню уж точно. Против Сурина, по-моему. Не нравится мне этот ход, на самом-то деле. Вот, но Гриша его продолжает тренировать. Свет, соответственно, играет на правую сторону. Гриша, разумеется, зажимает, чтобы развить свое странное шимари снизу справа. Там дальше двойное какари, прилипание. Ханэ. В общем-то, стандартные джосеки. Вот. Ничего, на самом деле, удивительного. Вот, все это более-менее классическое. Вот, дальше всегда ты судзи, как мы с вами знаем. Пустой треугольник. Лучшая форма, чтобы выбраться. По сути, единственная форма, чтобы выбраться. Потому что любую другую можно порезать. Ну и Гриша вытягивает камень, чтобы сверху у белого не было пануки. Дальше ханэ. Соответственно, игнорировать такие ходы нельзя, потому что... Ну, хочется, конечно, сыграть в другом месте, но такое тари будет едва ли не сента, и... Такой пустой треугольник уже не будет являться тесудзи. Форма слишком ущербная, заблокированная на центр. Так что такого допускать уже меньше не надо. Соответственно, удлиняемся. Вот, ну и Света получает ход на то, чтобы защититься сверху. Вот теперь, соответственно, разрезание в N17 пропало. Может быть, просто-напросто камешек заесть. Вот, но при этом разрезание тут все еще остается. Но оно уже не такое большое, потому что, во-первых, белый может спокойно проигнорировать. А в будущем, помимо простого соединения дальнейшего атари, велик шанс того, что белый вообще может сам дать атари. Если черный это будет защищаться, то, понятное дело, что грош цена всем этим ходам черного. А так что, разумеется, там играть пока что смысла нет. Гриша занимает большой пункт, играет как карри. Вон, дальше Света решила протолкнуться. Вот, но сейчас, мне кажется, уже на самом деле можно было проигнорировать. Сыграть где-то там в верхнем левом углу, либо так, либо там прилипание. Ну, будет здесь сыграно ханэ, но ничего страшного на самом-то деле нету. Потому что это, опять же, даже не сента. Тут, конечно, можно вот так вот сходить, но... Разрезание такое достаточно сомнительное, потому что это является абсолютным, ну, почти абсолютным сента. Тут все еще разрезание остается. Ну, черный какая-то неплохая там угловая территория может образоваться. При этом, опять же, черный успел сыграть в другом углу. Поэтому, на самом деле, можно было сыграть тенуки, но Гриша решил отпрыгнуть. Но, на самом деле, тоже не ошибка. Просто такой вот стиль. Вот, и дальше... Решил Гриш тут прилипнуть. На самом деле не совсем понятно, зачем же так. Потому что, как видно, он заканчивает в гота. И при этом
белый, соответственно, успевает сходить справа, занимая гигантский пункт. Хотя на самом-то деле можно же было и так ответить. Оставить эту слабость в n17 на потом. То есть тут не совсем понятно, зачем Гриша решил защититься так, как защитился, потому что в таком ключе нету ни разрезания. Плюс у белого становится разрезание в n17, опять же, то есть p17 становится сильнее. Вот, но Гриша решил это разрезание закрыть, а тут, на самом деле, в теории это разрезание все еще возможно в m13. Поэтому, мне кажется, это псевдо-тосудзи, вот это прилипание. Кажется, лучше враг хорошего и простого. А вот, ну, дальше свет получает, конечно, наконец-то то, что так долго хотела. Это q8. На самом деле, партию я как раз комментировал немножко по ходу, там в чате писал некоторые фразы. Вот, и как раз говорил то, что q8 мне нравится больше. То есть чуточку дальше от этой двушки, соответственно, скормить их более жалко черного, то есть более не так интересно их жертвовать, потому что белый пусть больше территории. А во-вторых, что самое важное, когда черный начнет бороться, он за них начнет бороться, будет тяжелее опереться на камень q8. То есть тяжелее будет усилиться на атаке этого камня, потому что он находится дальше. Поэтому, мне кажется, подальше было бы более правильно. Но сыграно как сыграно. Вот и дальше, мне кажется, наступает та стадия игры, где оба игрока чувствовали себя не особо комфортно. Это вот первая драка. Свет тут решил прыгнуть с этой стороны, хотя я ничего не вижу плохого в таком ходе. Мне кажется, куда более логичным. То есть мы пытаемся усилиться с помощью нижнего правого угла для атаки этой трешечки. Давайте мы ее отметим. Для атаки вот этой трешечки. Соответственно, угол защищать, понятное дело, надо, потому что если его не защищать, то там пропихнется свет краски в точку, камень в углу сразу ослабнет, тем самым М3 начнет стоять неуверенно и некомфортно. Поэтому отвечать явно надо. Ну и белый, соответственно, усиливается для дальнейшей атаки. Да, так Света решила свой камень, на самом деле, похоронить. Он был на вегетарианской косуме, но сейчас вот думаю, насколько он корректный. То есть можно было, конечно, сыграть косуми, чтобы не ослаблять свою зону снизу справа, но вроде бы черный тут никак не ловит. Нет, ну, на самом деле не уверен, так что давайте пока этот вариант не будем, наверное, трогать. Хотя, мне кажется, можно было и так сходить. Вот, но было сыграно прилипание. Вот, и, мне кажется, еще одна ошибка от Света — это на прилипание играй прилипание. Это, наверное, пословица от AlphaGo. Но хотя, мне кажется, опять же, прыгнуть было бы, опять же, корректнее. То есть угол, опять же, под в опасности, под давлением находится. Поэтому нужно защищать. Но тогда работает Ханы. И ключевая точка R5. Тут уже, на самом деле, весьма неприятно все это выглядит за белого, за черного. Потому что появилась слабость в А. Белый чуть ли там не справа построил уже живую форму. Ну, какую-то базу неплохую. И при этом черный справа все еще стоит слабовато. Непонятно, смотри, как тут защищаться. Ну, удлинение, скорее всего. Ну, опять же, что-нибудь типа такого там. Ну, и, в принципе, с неплохой формы белый уже выбирается. Можно, мне кажется, так бороться. Ну, естественно, в углу там еще даже какой-то йос осталось. А так, мне кажется, было очень грубо тут сыграно. Свет тут порезал, и мне кажется, это первый шаг к плохой позиции был. Такой самый, ну, гарантированный первый шаг, назовем это так. Мне кажется, надо было соединяться хотя бы здесь. Скорее всего, черный все татари, тут можно удлиняться, тут можно резать. На самом-то деле, не видно прям такой сильной игры, которая прям сильно-сильно за черного поможет и сделает что-то такое невообразимо хорошее. В плане позиции черного. Как бы угол или там правую сторону белый так или иначе забирает, а вместе с этим доволен жизнью. Я бы так, наверное, сформулировал. Потому что так получилось, что Света отдает правую сторону, два камня, обмен забирает угол. Вот, но мне кажется, это все сильно в пользу черного. Да, территория была отдана, но при этом очень много очков все равно черный сохраняет здесь. Какие-то очки сохраняются здесь. Белый очень ослаб в центре.
Вот, форма ослабла, потому что черный стал крепче. И раз форма ослабла, то инициатива тоже уходит. Ну, то есть теперь эту форму можно атаковать, чем Гриша и занялся. Вот, но на самом деле, мне кажется, рановато. Рановато Гриша этим занялся. По-хорошему, сейчас надо просто занимать большие пункты. То есть либо здесь ходить, либо здесь. Вот. Так или иначе, у белого эта форма останется слабой. И придется потом возвращаться и тратить ходы на ее защиту. То есть тратить ресурсы. Естественно, пока мы защищаемся, мы очков обычно не получаем. Поэтому пока что оставить, занять большие пункты, а там уже дальше посмотреть, как же играть дальше. Вот так получилось, что Гриша тут прям сильно на эту группу набросился. Вот, но Свет очень грамотно из-под атаки вышла. Пытается тут Гриша очень сильно агрессировать. Ну как-то, на самом деле, не получилось. Свет тут очень грамотно, мне кажется, сыграла. Что самое обидное, что Света закончила в Гота. Да, можно сказать то, что Гриша получил там, какую-то силу в центре. Вот, ну, что это за сила такая? Неприятные анзоки в А. Разрезание в Б, С, Д. Надзоки в Е. Света очки снизу получила, получив камни F, G. Там уж территории-то не было. Там, возможно, была территория у черного. Но справа зона у черного тоже не стала больше. Там, соответственно, Йоса стала чуточку сильнее, возможно, против этой стороны. Ну, а белый получил гарантированную жизнь, ему больше не нужно никуда бежать. И самое обидное – это Сента. Сента, который находится теперь под контролем белых. Так что, мне кажется, это очень грубая была ошибка по итогу, потому что, да, стенка, но стенка, во-первых, бесполезная. Во-вторых, готы. Самое плохое – это именно готы. Вот, ну и дальше Света сыграла странное шмаря, хотя на самом деле должна была играть самое нормальное. И на самом деле мне позиция уже нравится в пользу белого. Может быть, незначительно, но преимущество у белого точно есть. То есть три угла, сверху, в центре что-то. Вот у черного по очкам пока тухленько. Да, опять же, сила в центре, но сила с дырками. А сила с дырками – это плохая сила. Вот, но Света зачем-то сыграла такое необычное шимари. Гриша, естественно, тут же в угол вторгся. Вот, и прошу обратить внимание на время. Но Грише осталось 76 секунд и 17 ходов. Вот, но это еще не предел. Сейчас тут еще немножко подумает. Остается 52 секунды на 16 ходов. То есть его, у него на каждый ход осталось по чуть больше, чем 3 секунды. 3.25. Мне кажется, Света тут немножко из-за этого напряглась и захотела как-то Гришу обмануть. Там какой-то сложный вариант применить, чтобы Гриша под давлением ошибся. Вот, но на самом деле Гриша тут сыграл достаточно качественно. Не было прям таких супер грубых ошибок. Ну, конечно, ходы далеки от идеальных были. Конечно, не самые точные, но там все равно такие достаточно мощные, скажем так. То есть под таким тайм-прешером, под таким резным давлением я, наверное, сыграл похуже. Что Гриша в этом плане молодец. Ну, он, конечно, не молодец, то, что так плохо использует свое время, на самом деле. То есть 87 ходов он уже продумал весь час, плюс потратил 10 минут на 25 камней, и у него, соответственно, осталось 52 секунды. То есть это, на самом деле, совершенно неправильный подход. Вот молодец, что выдержал, вот, но подход мне не нравится. Вот, ну, ладно. Вот уже 42 секунды на 15 ходов, то есть меньше, чем 3 секунды на ход. Вот, и тут уже люди в чате начали смеяться о том, что сейчас Гриша проиграет по времени. Но нет, Света играет тоже достаточно быстро. Мне кажется, это вот вызвано тем, что она не хочет дать Грише подумать. И это на самом деле неправильная стратегия. У нас Алексей Викторович Лазарев тоже здесь, он такой манеры игры, что постоянно так вот сидит тоже на биоме до последнего. Вот, соответственно, зачастую многие неопытные игроки пытаются этим воспользоваться. Ты как-то вот вогнать в проблемы именно из-за времени. Но Алексей Викторович всегда с достоинством выходит. Ты тоже Саша один раз, я не помню, советовал. Типа, не обращай внимания на время оппонента. Мне кажется, Саше один раз, надо эту же фразу посоветовать и Свете. Она, соответственно, играла быстро, и ошибок было многовато, на мой взгляд.
Дальше она проползла. Вот, ну и дальше я был крайне удивлен, что не было сыграно здесь вот. То есть тут на самом деле крайне тяжело все это посчитать. Соединяться гарантированно надо. Вот, ну и дальше хотя бы что-нибудь типа такого. Спасти камни. Вот, в общем, вариантов нам точно было очень много, но вместо этого Свет там вообще очень долгое время не играла. Вот они решили бороться слева. Защищает угол Света. Но по итогу Гриша еще и тут первым успевает. И Катя три камня сверху слева атаковать, по сути, невозможно. По итогу это вроде бы была вот зона белого. Свет даже какой ход сделал, c6. По итогу камни там просто умерли. Никакой компенсации это получено не было. Более того, еще и Гриш тут прижал Свету ко второй линии. Ну и построил, может быть, немножко как пошленько, но эффективно. Построил чуть ли не жизнь на месте. Вот еще и Свете надо слева выживать. А территория сверху-то по второй линии осталась. Дальше вторжение. Вот, ну так же так называли, игра все еще достаточно близкая, но вот это вызвано именно ошибкой Гриши в центре. То есть тем, что он закончил там в Гота. Да, у белых там везде приходится так вот выживать, даже какие-то камни отдала, но преимущества все равно у черного нет. То сейчас вот достаточно равная позиция. Гриша пытается что-то сделать. Вот, Света выпрыгивает, и семья никак тут Гриша не выигрывает. Вот эта форма сверху. У нее, как видно, все лишь там три степени. У Светы 4 по факту. Он пытается Гриша что-то сделать слева. И дальше ход, который я, честно говоря, не понял слова совсем. То есть тут на самом деле что угодно работало, просто соединиться. Вот и все. Семья опять же выигрывается. Да, это становится сента. Да, это становится сента. Нет, да, соединимся, да? Чтобы был один форсинг мув больше. То есть да, это по факту, ну, грубо говоря, все сента. Вот, но на самом деле, я как крайне сомневаюсь в том, что получится убить тут форму белых. Сюда соединимся. Сюда. Сюда. А, или тут краски что-то есть. Это я недооцениваю. Вроде бы надо резать. Разрезание Атари. Я что-то недооценил, да? То есть, на самом-то деле. Да. Там же лесенка будет. То есть нельзя так, да? Когда я готовился к партии, у меня было ощущение, что этот ход должен сработать. Да, ну тут надо соединяться. В данную точку. Потому что соединимся здесь. Черный тоже соединится. И тут, конечно, большие проблемы. Ага. Света все правильно сделала, что пожертвовала. Да, правильно сделала, но. Тогда не хватает. Видимо, тут. Хотя тут вроде это ключевая точка, конечно. Мы видим слишком много ади. Так. Если дать Атари, к примеру. То есть, ну, понятное дело, если Атари, то можно просто соединиться, с мяями уже выигрываем. Просто у нас как вот эти ходы помогают. Ну-ка. Может быть, немножко здесь. Ну ладно, не будем сейчас на этом зацикливаться. Ну да, в партии Света все сделала правильно, но проблема-то в чем? В том, что теперь очков не хватает. Все, после этого, на самом деле, уже никаких шансов, мне кажется, у Света не было. Гриша все-таки пробил камни, типа, все, я выиграл.
Ну и действительно, тут уже слишком большая потеря была. То есть, по сути, чуть ли не единственная территория белого сверху как раз-таки изничтожилась, уничтожена. Ну и дальше Гриша просто тактичненько, грамотно эту партию выиграл. Да, ну ты немножко, конечно, облажался. Да, думал сверху Света ошиблась, кажется, я ошибся. Да ну ладно. Ну, в общем-то, на самом деле, мне сразу кажется, что тут такого быть не должно было. Вот, может быть, на Симидоре надо пойти. И Симидоре не выиграть. И почему? Можно выиграть Симидоре, кстати, да. То есть даже если порезать, ничего, надо соединяться. Вот, но в любом случае, конечно, неприятно с точки зрения очков, что на все это надо будет отвечать. Вот, но мне кажется, так игра будет намного ближе. То есть, да, потеря будет. Опять же. Вот, и тут Йоса первым успеет Гриша. Но мне кажется, равно игра будет ближе в таком ключе. Да, хотя бы так. Ну, вот, это, конечно, тяжело посчитать. Тут вариант действительно далеко не форсирован на 30 ходов вперед. Вот, ну, не зря играют такие сильные игроки. Вот, сильнейший по рейтингу любитель страны и одна из трех профессионалов. Вот, так что... Так что не удрено, что тут все так сложно получилось. Вот, но Гриша молодец, нашел свой вариант. Света испугалась, и поэтому пришлось так защищаться. Но тем не менее, на этом на самом деле все. Спасибо за внимание. Пожелайте мне удачи против Света в следующий раз.